С потоками критики на Дональда Трампа обрушилась практически вся пресса. Заголовки на грани фола, резкие, местами грубые. Спектр обвинений от мягкотелости до госизмены. Мы слышали только то, что нам рассказали в ходе пятиминутной конференции. Но кто знает, что было, когда камеры выключили, и начался разговор с глазу на глаз. Всплески негодования объединились американские сенаторы. В большинстве единодушные демократы и республиканцы. Некоторые практически в лоб заявляют о необходимости мер в отношении администрации президента после поездки в Хельсинки. Я считаю, что...